Медитация исцеления ситуации раннего детства. Займите удобное положение, сидя с ровной спиной. Закройте глаза, сделайте несколько вдохов и выдохов через рот. На выдохе ощутите, как расслабляется ваше тело. Сейчас про себя произнесите следующие слова. Я открываю свое высшее Я для принятия сеанса исцеления от высшего Я мастера Бибигуль. Мягко три раза призовите божественную энергию Рейки. Рейки, Рейки, Рейки. Представьте, что вы держите в своих руках стеклянный шар. Поместите внутрь этого шара себя в раннем детстве. Если образ не пришел сам, то просто представьте образ маленькой девочки или мальчика. Напротив вашего образа представьте образы ваших папы и мамы в вашем раннем детстве. Папа справа от вас, мама слева. Также, если образы не пришли сами, то представьте мужской и женские силуэты. Сейчас вернитесь в ваше раннее детство, в ту ситуацию, которая повлияла на ваше отношение к отцу. Это может быть ссора родителей, сопровождавшаяся агрессивным поведением папы, или ситуация, когда папа уходит из семьи, оставив страдающую маму. Ситуации могут быть разными, но сценарий у них один. Папа поступает плохо, мама страдает, а я испытываю страх. Почувствуйте то, что вы ощущали в той ситуации. Как вы воспринимали вашего папу, его действия, поведение. Как относились к маме. Это могут быть ощущения страха. Страха за себя, за маму. Негодование на папу, осуждение и свое бессилие. Бессилие что-либо изменить в этой ситуации. Вы еще маленький ребенок.
вы не сможете изменить поведение вашего папы, отношения между вашими родителями. Но вы очень этого хотели. Сейчас мы пойдем в исцеление этой ситуации. Возрождение, гармония между вашими родителями. Воцарение любви в вашей семье. И наполнение счастьем вашего дома. Вновь посмотрите на папу в той ситуации. Возможно, детскими глазами вы представляете его как страшное чудовище черного цвета, колючее или мохнатое. Это чудовище причиняет страдания вашей маме и вам. Оно вызывает у вас отвращение. Сейчас сверху направьте поток бело-золотого света на шар, внутри которого находится ваш образ, образы ваших родителей и та ситуация вашего детства. Ощутите, как поток божественного света наполняет шар, как сверху поток входит в образы ваших родителей и ваш образ. С образа вашего папы стекает черная жижа. С образа вашей мамы стекает боль и обида. С вашего образа стекают страхи и обиды. Это происходит очищение ваших образов от программ, сценарий, ролей этой программы, которые негативно воздействовали на вашу семью. Представьте образы вашего папы и мамы в виде деревьев и увидьте, как черная жижа стекает со ствола папиного дерева вниз по корням, а сверху дерево начинает наполняться божественным светом, и этот свет идет глубже в разветвление корней, очищая родовые корни вашего папы от программы, которая негативно воздействовала на него. Где-то в этих корнях, в каком-то колене папиного рода есть источник этой программы. И сейчас он очищается, позволяя всему стволу и корням папиного дерева наполниться божественной энергией и светом.
Подобные трансформации происходят и с маминым деревом. Божественная энергия очищает маму и ее родовые корни от программы страдания. Божественная энергия находит и в мамином роде источник этой деструктивной программы и исцеляет и родовые корни, и ствол дерева. Божественная энергия также очищает ваш детский образ от страхов и обид. Вы смотрите на вашу маму, на вашего папу и замечаете, что они находятся без воздействия негативных программ, что они стали другими, стали легче, светлее. Они оба улыбаются и наполнены любовью. Папа и мама подходят и обнимают вас, передавая ваше сердце их безграничную любовь к вам. Сейчас поместите шар с исцеленной ситуации вашего раннего детства к себе в сердечный центр. Ощутите, как он наполнился теплом и светом. Поблагодарите ваших родителей за любовь к вам. Поблагодарите божественную энергию Рейки за исцеление. Мягко вернитесь в ощущение вашего тела. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. На следующем выдохе мягко откройте глаза, возвращаясь в момент здесь и сейчас.